еще глубже ползет палец. И плечо правое вниз на лопатку зацепись. В линию до конца. Вероника Санина стрельбой из лука занимается с 10 лет. Пришла сюда, как только увидела, что открылась секция. По словам тренера Екатерины Марковой, сначала была такой же, как все дети, а через 3 года тренировок поехала на первые всероссийские соревнования «Надежда России» и сразу же выполнила норматив мастера спорта. Попала в сборную страны. С тех пор ее имя не сходит с новостных заголовков. Соревнования без медали не возвращается. Совсем недавно Вероника Санина завоевала бронзовую медаль европейского турнира. Квалификацию я достаточно хорошо отстреляла. Да и финал тоже неплохо, но закосячила я там одну серию и поэтому проиграла представительнице Италии 3 очка. А в команде мы стали бронзовыми призерами. В принципе, результат неплохой, так как квалификация достаточно хорошо была. Ну, я в целом довольна. Это не первое соревнование в этом году. На зимнем первенстве России Вероника стала второй в личном и командном зачете. Те результаты, которые она показывает, это не просто так. Это все через ее большой труд. Потому что человек действительно, неважно, у нее были экзамены, она сдавала там в 11 классе экзамены, каждый день на тренировке. У нее сессия, у нее экзамены, она все равно каждый день на тренировке. То есть вот нельзя, наверное, чего-то достичь, вот как-то очень поверхностно относясь к тому, что ты делаешь. Стрельба из лука – вид спорта, который полезен для здоровья. Занятия в тире помогают исправить позвоночник, укрепляют мышечный корсет, положительно влияют на зрение. Для профессиональных спортсменов важны настрой и вера в собственные силы. Стрельба из лука – это в каком-то отношении, наверное, даже не просто вид спорта, а какая-то такая философия. То есть спортсмен должен понимать, что когда ты стоишь на линии, ничего вокруг нет. Есть только ты, твой лук и мишень. Начать заниматься этим видом спорта можно в любом возрасте. Сергей Трешков пришел в лучный тир впервые, когда ему было 27 лет. Сейчас он стал первым рязанцем, завоевавшим серебро на зимнем первенстве чемпионата России. Вообще это для удовольствия все начиналось, но потом начали получаться там результаты и постепенно так потихоньку начал как бы показывать все выше и выше уровень свой. И когда уже понял, что я в принципе могу чего-то достичь, я вот так вот напрягся, можно сказать, иной раз там под эти соревнования без выходных, как бы ну, каждый день тренировка за тренировкой, и так вот как бы собрал силами, поехал и показал такой вот результат. Хороший результат – не повод расслабляться. Нужно готовиться к следующим соревнованиям. В апреле Сергей поедет в Алушту. Там пройдет один из этапов чемпионата России. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».